Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен монетам 50 копеек. Это юбилейные монеты, приуроченные к 50-летию советской власти, которая отмечалась в 1967 году. На экране вы сейчас видите две монеты. По левую сторону это официально выпущенная монета 50 копеек, которая прошла денежное обращение и знакома практически всем советским гражданам. И по правую сторону это проект монеты 50 копеек, который так и не был утвержден. Как всегда, выбирался более простый дизайн монеты. Вы видите по левую сторону рисунок менее насыщенный. Так как изготовление подобных монет в количестве стоило гораздо дешевле. Что касается цены монеты, которая была в денежном обращении, в обычном состоянии, в таком, как вы сейчас видите на экране, такая монетка стоит всего 20-40 российских рублей. В состоянии, если монета не была в обращении, то есть в состоянии uncirculated, такая монета может стоить до 200 российских рублей. Что же касается монеты пробника, то цена на такие монеты может составлять несколько миллионов рублей, если этот пробник действительно оригинал. Но в данном случае это уже современное воспроизведение, которое стоит там буквально несколько долларов, так как данный пробник уже изготовлен в этом году. На монете 50 копеек 50 лет советской власти на аверсе изображен Владимир Ильич Ленин, который показывает рукой вверх. В народе часто шутили, что Ильич показывает, если представить, что это монета, это циферблат часов на 11 часов. Это время, когда открываются винно-водочные магазины. И он призывает, что пора, мужики, пора бежать за водкой. Магазины уже открыты. Но эта шутка была долго ходила среди народа советского. Особенно тогда, когда стали бороться с употреблением горячительных напитков. В действительности же мы видим рельефное изображение памятника Ленину с вытянутой вперед рукой. На заднем плане перекрещение серпа и молота. Слева от памятника большая пятиконечная звезда, а под ней аббревиатура СССР. На оборотной стороне монеты вы видите, вернее, это даже лицевая сторона, потому что там, где находится герб государства, это всегда считается аверсом. То есть лицевая сторона монеты – это герб Советского Союза, под ним надпись 50 копеек, и чему, собственно говоря, и посвящена монета. 50 лет советской власти, надпись по кругу. Монета была отчеканена на Ленинградском монетном дворе, год выпуска 67-й. Металл медно-никелевый сплав, тираж был в принципе довольно-таки значительный, 50 миллионов экземпляров, масса монеты 6,45 грамма, диаметр 24 миллиметра, толщина 2 миллиметра. На гурте вы можете увидеть чередующиеся пятиконечные звездочки и точки. Так, теперь немножко я вам покажу вариант монеты, который мог быть в обращении, но так и не был утвержден. Дизайн его очень похожий, та же самая скульптурная композиция Ленина, на заднем фоне уменьшенный серп и молот и развивающиеся знамена. На оборотной стороне планировался также изобразить герб Советского Союза на фоне восходящих лучей солнца. Надпись 50 копеек СССР. Надеюсь, что вам был интересен наш видеообзор. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях.
Пишите, какая из монет данной серии, посвященной 50-летию советской власти, вам наиболее нравится. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал «Мир коллекционера» в YouTube. До новых встреч!